Московский областной этап гонки «Лыжня России» пройдет в Химках. Победителей забега на 10 километров определят в четырех категориях – юноши и девушки 2001-2010 годов рождения, а также мужчины и женщины от 19 лет и старше. В прошлом году в основной гонке региона участвовали около 15 тысяч человек. До 5 февраля все желающие могут подать заявки на участие в Московском областном этапе всероссийской гонки «Лыжня России». Старт 9 февраля в 12:00 в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная». Также пройти регистрацию на соревнования можно на сайте живуспортом.рф. А получить стартовый номер по адресу: город Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1. Телефон для справок 8 495 230 05 14.